Я, наверное, один из первых, который попал под эту программу. Вы уже сюда переехали? Да, с Ну вот сентября. расскажите первое впечатление, когда вот вы зашли в этот дом, все посмотрели, уже осознали, что Что это это свое, ваш. да. Ну, конечно, ощущение, конечно, все-таки, сколько мы давно, нас переселяли очень давно, с 2012 года, и вот наконец-то переехали, прямо, ну, конечно, радость. Просто я не знаю вообще, после той нашей квартиры, после той, здесь вообще просто прекрасно. Просто. Ну, рассчитывали вообще, что когда-то представится такая возможность? Мы вообще даже и не думали, что когда-то это будет. То написано было в 23-м году, смотрели там, не думали, что так быстро все произойдет это. Вообще все устраивает. Спасибо, конечно, вот администрации нашей и президенту, наверное, кто это сделал, вообще хорошо. А так бы отдали бы все равно выкупную стоимость. Ну и что, у нас вот взяли, с нашего дома же многие по выкупной. Ну и что, они взяли без ремонта. Сейчас вот ремонт, там никто бы его делал, я бы тут одна. Под 70 лет, чтобы я, какой ремонт смогла бы сделать. Все преимущества налицо, да, получается? Да, вообще дом теплый. Все жильцы говорят, все хорошо вообще.